Meet the Amazing Pyro. Правда, никто смотреть не будет. Попросили это, кстати, в комментариях, но... Погнали. Ля, радужная страна. Как же замечательно. Весело. Так вот, что он такой веселый, огнеменчик. Давай, доставай. Я думал, его спать. Атака титанов, погнали. Amazing Pyro. Руки-базуки. Бум! Есть! Никто понял. Тебя не понимает, чувак. Да. Противогаз сними. Погнали со мной. Не делай так. Чё там? Сжечь его. Ты такой он. Мужественный. Сожги. Ну, это было легко. Давай, жги. Ты что творишь? Не вздумай сжечь тут. Блять, остановись. Все просто сгорает. Ой, блядь! Ну, нормально же общались. Чисто пол лаборатории спалило. Кто из вас дуболомы всех подвел? Неправда, это был он. Позволь мне дать тебе совет, сынок! Бу! Павлик! В него кидай. Вставай! Давай! Чё в него кинуть, знаешь, этот его спалит? Получай, придурок! Здрасте. Ну и как тебе, слабак? Вот так вот и сгорел город. А, линзы. Десять из десяти. Не вздумай здесь умирать. Сожги их нахуй. Шо? Опа. Глюки пошли. Здрасте. Немножечко головой, немножечко как-то это повредилось. Что это за хуйня? Ну, типа. Что? О. Очки. Man, KO! Чего? Весело, правда? Не вижу. Кто замылил? А во! Вот так оно поинтереснее. Плам, значится. Мы будем мстить. И друзей с собой забрал. Ты дерешься как баба. Возьми нормальную пушку. Да блять, в смысле огнемет? Держи, твой подарок. Зачем? Да бери уже. Вместо фильтра. Подсос такой. Ну, пришли. Man kill! Это звучит как-то... Не очень. Здравствуйте, сэр. Садитесь, ждите своей очереди. Правильно. Выбивай базукой. Ну здорово, отец. А, ну ладно. Сжечь. Ой, извините. Fallout? Нет? Ну блин. Я думал сейчас... Пак! И города нет. Но!
Я не принимаю мелких детей, заходящих в мой офис. Без разрешения, особенно когда они смотрят на мои планы по уничтожению природы просто по приколу. И сожги я вижу уж. На тебе инженерские очки. Похоже, ты испуган в реальном мире и хочешь мне отомстить. Видимо, ты не фанат войны. Не по моей вине ты застрял в этих очках. Мне нужно было найти, чтобы заткнуть тебя. После первого взгляда на мои документы ты сразу хочешь разрушить мои планы. Я прав. Да ты худший секретарь на свете. Не такой, как Джемми. Джемми лучше тебя. Я даю тебе два выбора. Мы деремся. Ты сможешь отомстить мне и уничтожить мои планы. Или ты можешь моментально уйти. Потому что я вырву твой хребет через твою жопу, если ты выберешь первый вариант. Не надо. Спасибо за первый вариант. А теперь приготовься австралийскому правосудию. Славянский сожим яйцами. Опа, погнали. Я верю в тебя. А я нет. Ну, в принципе, так же коты делают, они нормально. А он, видимо, нет. Сакстон, hey! О, пригодилось. Что, какой-то вообще броню... Чего? Невкусненько. Грустненько. Все. К.О. Ха! И это все! С селедкой! На! Не понял. Помогите. Да, это напоминает старые анимации по ФНАФу. Эти, не помню, как его звали. Это Чела. Чел очень напоминает его. Переписочка. Пока думал, не успел просчитать. Обидно. Тебе некуда бежать, ты мелкий и молчаливый. Да он не молчаливый, он разговорчивый. Ты тоже это слышишь? Ха, ты что, действительно думал, что сможешь вырубить меня лопатой? Что ж ты... Снизу бей, а не сверху. Кажется, я теряю сознание. Ковбой был побежден. И сверху лопатой. Павел Бебек. Вам понадобится нечто большее, чтобы убить меня. Оно это сойдет. Упал, отжался. Не отожмется. Иди сюда, детка. Выдергивай чеку. Я взял две куриных ножки. Что за? Все кончилось. Время танцевать. А давай. Ну. Опа. Давай. Пошел качаться. Ладненько. Что-то ему не понравилась такая перспектива. Да ну классно, что все? Нет, еще что-то есть, может быть. Вингардиум левиосас. Хуйна. Опа! Плыли мы по морю, ветер мать штурвал. Капитан залупа с корабля сбежал. Да я стоял на лодке и держал весло. Интересный вопрос. Меня кто-нибудь вообще будет смотреть, нет? Или как обычно, чисто один такой просмотр будет. А? Есть кто-нибудь живых, ребят? Э? Ладно. Не, ну чё, мне понравилась забавная анимация. 8 минут 55 секунд. Но на самом деле пролетело достаточно быстро. Ладно, всем спасибо за просмотр. Переходите на оригинал, подписывайтесь на меня, на него, там все такое. Кстати, может меня вообще вон туда вот переехать, с левой стороны на правую, чистого дорогу. Опа! Блять, тут Хармакеяне. Пиздец. Ладно, всем пока.